Здравствуйте, друзья! Я Леха, это Гараж на Крайне, а это наша новая игрушка Днепр МТ или МТ Днепр. Чтобы не морочить голову с родным зажиганием, не искать искру несколько дней, я прикупил вот такое вот зажигание совик. Здесь оно у меня 11.35, точка со всеми делами. Но, честно говоря, хлопот мне это не убавило. Дело все в чем. Я подключаю аккумулятор. Да, он у меня просевший. Я его сутки заряжаю, подключаю. Лампочка загорается. Я настраиваю зажигание. Чик-пык. Искра то есть, то нету. Ставлю его на зарядку, ставлю его обратно. Искра есть, потом через время она пропадает. Почему же это происходит? Это все происходит потому, что аккумулятор у меня отстой, говно. И со слабым аккумулятором вы это зажигание не заведете. Показываю на примере. Kill Switch включен. Аккумулятор. Не, давай сразу я покажу, наверное, сколько у меня вольт на аккумуляторе. Когда я его сюда ставил, то есть было 10 вольт и он работал. Сейчас на нем. Ну, вот он уже где-то, наверное, с 8 перестает давать искру. Сейчас на нем, ну, настолько он слабый, я его уже двое суток заряжал, что сейчас на нем было 3,7. И давай же посмотрим на зажигание наше. Есть там искра. Ну, загорается лампочка, типа, должна ли искра появляться или нет. Красная лампочка загоралась. Да? Да. Ну, то есть, типа, как будто все равно искра должна появляться. Но если мы посмотрим на свечечку нашу, вот сюда, когда я буду крутить кикстартером двигатель, то искры здесь ну, не было и нет. Так что, друзья, э, думайте сами, решайте сами, экономьте, пожалуйста, свое время и просто-напросто. Покупайте нормальные аккумуляторы. И если аккумулятор стоял у вас непонятно сколько, и он вроде бы работает, вроде бы не работает, то с этим зажиганием он работать не будет. То есть если вы даже выедете, да, вот я, например, поставил его, он у меня там свеженький, да, но он быстро высаживается. Я отъеду, выеду из гаражей, захочу завести мотоцикл опять, отъеду там километр два и я его не заведу. То есть, ну. То есть получается так. Мощности генератора даже не хватает все равно, чтобы завести этот мотоцикл, как видите. И потом мне пришлось бы там несколько километров в таких случаях в руках тащить мотоцикл до гаража. А если это случится где-то в поле очень далеко от дома, будет очень и очень печально. Так что еще раз думайте. Э аккумулятор очень важную играет роль, получается, в искрообразовании в паре с этим зажиганием. Так что не повторяйте моих ошибок, покупайте нормальные, нормальные, нормальные аккумуляторы. И всем пока, до встречи в следующих видосиках.